Нам необходимо настолько сосредоточиться на Боге, чтобы каждый день признавать Его, потому что мы знаем, что Он живет в нас. По мере того, как вы все больше будете осознавать Его присутствие, начнете тренировать свой дух и разум, осознавать присутствие Духа Божьего, Он начнет приводить вас в места, куда самим вам никогда не попасть. Хорошо. Итак, мы говорим о наставлениях, которые дает нам Дух Божий. Мы живем не согласно закону Моисееву, а согласно наставлениям Духа Святого. А Он говорит с вами. Он старается дать вам наставление. Даже в книге Иезекииля, глава... Нет, откройте второе послание к Коринфянам. Мы по-прежнему говорим о пребывании в Новом Завете. Я стараюсь убедить вас сегодня. Вы говорите, мы не под законом, а под благодатью. Однако под благодатью мы живем по водительству Духа. А поскольку мы живем по водительству Духа, под благодатью, настало время быть чувствительными и осознавать присутствие Святого Духа, который был дан нам, чтобы управлять нашей жизнью, чтобы говорить с нами, наставлять нас. Нам надо научиться узнавать Его, а не задавать все тот же вопрос, это было от меня, от Бога или от дьявола. Настало время христианам научиться узнавать, когда говорит Бог. А когда Бог приведет вас к обеспечению и миру, вы будете знать, что это по благодати, потому что вашей заслуги тут нет. Когда вы уже не под законом, вам нечем хвалиться. Когда вы под благодатью Божьей, вы ничего не можете поставить заслугу себе. Вы никем не можете хвалиться, кроме Иисуса. Так что если вы еще хвалитесь, вы, вероятно, все еще действуете под законом. Но когда вы под благодатью, вы не можете хвалиться. Слава Богу! Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 7 стих. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, Библия говорит, единственное, что было начертано на камнях, это 10 заповедей. Таким образом, о 10 заповедях автор говорит как о служении смертоносным буквам. В одно время 10 заповедей были славными, поскольку исполнили то, что должны были. Они показали людям их несостоятельность без Бога. И сегодня закон по-прежнему обучает людей, приводя от закона к благодати. 7 стих. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? 8 стих в расширенном переводе. Почему бы тогда служение Духа, духовному служению, чья цель — помочь людям жить под водительством Святого Духа, не сопровождаться более великой и чудесной славой? Задача этого духовного служения — показать нам, как быть управляемыми Святым Духом. Цель этого служения благодати, этого служения Духа, помочь людям обрести Духа Святого и быть управляемыми им. Вау! 9 стих. «Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу и служение оправдания, то прославленное даже не оказывается славным всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее». Что говорит апостол? Он говорит, при служении Духа мы увидим гораздо большее проявление славы, чем люди видели при служении закона. Мы то и дело говорим о том, что было в книге Деяний, о том, что делал Моисей, что делал Илия, но ведь Дух Божий живет в нас. Библия говорит, что проявление Божьей славы в этом служении благодати и Духа Божьего будет больше, чем когда-либо в истории. Я думаю, это может произойти в любой момент. Когда мы получим откровение о водительстве Святого Духа, Бог поведет нас в такие места, о которых Моисей и не знал. Слава Богу! Пророк Иезекииль видел это. Откройте книгу Иезекииля. Он увидел и стал пророчествовать о том, что Бог вложит свой дух в людей. Книга Иезекииля, 36 глава.
Он видел это, и я хочу, чтобы это увидела церковь. Не забывайте о Духе Святом, не игнорируйте Его, не становитесь... Я молился об этом. Не знаю, готов ли я проповедовать, но немного расскажу вам. Будьте осторожны, чтобы, взяв библейские принципы, вы не сделали их делами плоти. В Библии много замечательных принципов. Но если их применение вы поставите в зависимость от себя, вместо того, чтобы уповать на Господа, тогда это станет делами плоти. Я вижу, как люди берут библейские принципы и превращают их в законы. Увидев, что принцип в их жизни не сработал, они испытывают осуждение и снова попадают под проклятие. Конечно, принципы надо учить не для этого. Да, Бог хочет, чтобы вы понимали, как все работает, но не до такой степени, чтобы вы отпадали от благодати и уповали на себя. Чтобы вы отпадали от благодати и возвращались к исполнению ритуалов закона. Не для этого нужны принципы. Но посмотрите, что пророчествовал Иезекииль о времени, в котором живем мы с вами. 36 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное». Я размышлял о том, почему тут сердце называется каменным. Потому что оно управляло законом, начертанным на камне. «Возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой». Обратите внимание, «и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих». Не потому, что вы исполняете написанный закон. Послушайте, если вы под водительством духа, вы исполняете все, что не могли исполнить под водительством закона. «И сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле», и так далее. Послушайте, это пророчество о Духе уже исполнилось. Вы рождены свыше, и в день, когда вы родились свыше, вы приняли то, о чем говорил пророк. Вы приняли Духа Божьего, и Он живет в вас. Послание к Римлянам 5:5. «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Я говорю вам, вы под владычеством Духа Божьего. Дух Божий пришел и вселился в ваш дух. Слава Богу! Но теперь вам необходимо верить в это. Вам необходимо верить. Каждый день, когда вы ложитесь спать и просыпаетесь, у вас есть постоянное присутствие Духа Божьего, живущего в вас. Дух Божий вселился в вас, Он пребывает в вас, и Он говорит, «Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя». Он внутри вас, когда вы ведете себя неразумно, и Он внутри вас, когда вы ведете себя свято. Он тот, кто производит перемены в вашей жизни. Бог говорит, «Я дал тебе новый дух, я дал тебе мой дух, я дал тебе все, что я знаю». Все, что знаю я, знает Иисус. Он дал это Духу Святому, а Он передаст это тебе. А ты по-прежнему умоляешь меня. Перестань, дай мне отдохнуть. Я в тебе. Скажите, Дух Божий живет во мне, пребывает во мне. Слово «пребывать» буквально означает «устроить обитель». Дух Божий устроил себе обитель в вас. А вам необходимо увеличивать свое осознание Его присутствия. Вам необходимо понимать, кто живет в вас. Как вы вообще можете бояться, если на самом деле знаете, кто живет в вас? Аллилуйя! Аминь! Давайте тогда рассмотрим, что нам надо делать. Вначале, что нам надо понимать для того, чтобы Дух Божий, которого я не вижу и не могу установить контакт физическими средствами, мог руководить мной? Я не могу установить контакт с духовным посредством моего физического тела. Я не могу установить контакт с духовным даже посредством своего ума. Тогда как же мне установить контакт с невидимым присутствием Святого Духа? Как мне это сделать?
Я думаю, бывает так, что мы пытаемся низвести духовное на уровень физического, а Дух Божий не является физическим. Он не является физическим. Поэтому такой подход работать не будет. Это нам надо научиться входить в духовное, чтобы постичь то, в чем Дух Божий хочет вести и направлять нас. Я покажу вам что-то замечательное. Посмотрим пару мест Писания. Послание к Римлянам, 8 глава, 14 стих. К Римлянам 8, 14. Прочитаем 14 и 16 стихи. В 14 стихе говорится: «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть...» Кто из вас сыновья и дочери всемогущего Бога? Все мы. Помните, что сказано в послании к Галатам 4:5? Иисус пришел для того, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Он избавил нас от закона, чтобы нам получить усыновление. Посмотрите, что связано с этим. Если вы сыны, то вы водимы Духом Божьим. Показатель того, что вы сыновья и дочери Божьи, то, что вы водимы Духом. В этом суть усыновления. Я усыновляю вас как сына, чтобы вы были под моим водительством. Бог ведет сыновей и дочерей. Мы не должны удовлетворяться тем, что просто говорим: «Я сын Божий», при том, что мы не водимы Богом. «Я дочь Божья», но при этом вы не водимы Богом. Вы не признаете Его присутствие, чтобы быть водимым им. В этом Новом Завете мы сыновья и дочери Всевышнего Бога. И вот что главное, мы водимы Духом Божьим. Поскольку главное в Новом Завете быть водимым Духом Божьим, которого мы не видим, звучит так, что нам надо научиться быть настоящими христианами. Я не желаю быть христианином лишь по названию. Я хочу быть христианином, которого обучает, тренирует и ведет Дух Святой. Он говорит со мной, а я с ним. Вы слушаете меня? 16 стих. «Сей самый Дух, Он, а не оно, свидетельствует Духу нашему». Вот это ключевой момент. Божий Дух свидетельствует моему Духу. Расширенный перевод. Таким образом, сам Дух свидетельствует вместе с нашим собственным Духом, заверяя нас, что мы дети Божьи. Давайте рассмотрим подробнее, как Дух Божий и наш Дух работают вместе. Это подведет нас ближе к пониманию Духа Святого, которого мы не видим и с которым не контактируем физическими средствами. Дух Божий действует вместе с нашим Духом. Дух Божий свидетельствует нашему Духу. Он будет свидетельствовать нашему Духу, не нашему уму и не нашему телу. Он будет свидетельствовать нашему Духу. Как это работает? Откройте 20 главу книги Притч. Книга Притч, 20 глава. Вот поэтому учение о духе, душе и теле так важно. Мы духовные существа. Мы обладаем душой, а это ум, воля и эмоции, и живем мы в физическом теле. Реальный вы — это духовное существо. Вы не тело, вы не ум, вы дух, вы обладаете душой и живете в физическом теле. 27 стих. Всю свою жизнь я читал этот стих и искал пути, как лучше объяснить его. И вот что хочу вам сказать. После 32 лет я нашел способ объяснить этот стих людям так, чтобы они действительно поняли его суть. 27 стих. Дух человека. Скажите, я духовное существо. Я обладаю душой. Я живу в физическом теле. Дух человека, светильник Господень, испытывающий все глубины сердца. Дух человека, светильник Господень. Давайте я задам вам вопрос. У кого из вас было отключение света из-за грозы или за неуплату? В общем, свет отключился. Дело было ночью, и вы в этот момент чем-то занимались. Что вы тогда делаете? Зажигаете свечу или включаете фонарик, правильно? Подумайте о том, что я спрашиваю вас сейчас. Почему вам нужна свеча или фонарик, когда выключен свет? Для чего они вам? А что вам надо видеть? Видеть, куда вам идти. Вам нужна свеча или нужен фонарик, чтобы видеть, куда вам идти. И чтобы вам не наталкиваться на разные предметы.
чтобы не получить травму. Так и Бог говорит вам: «Я буду использовать твой дух для того, чтобы показывать тебе, куда ты идешь. Я буду использовать твой дух, чтобы показывать, куда тебе идти. Я буду использовать твой дух, чтобы показывать тебе путь, и чтобы ты не споткнулся, чтобы ты не ушибся и не травмировался, чтобы ты не упал со ступенек или в яму». Значит, вам надо обращать внимание на своего духовного человека. Кто-то скажет: «Я не чувствую, что я близок к пониманию». Подождите минутку. Я не могу видеть свой дух, но зато могу видеть его отражение. Подобным образом, я не могу посмотреть на себя со стороны и увидеть, в порядке ли мои волосы. Мои глаза не могут выйти из орбит, развернуться и посмотреть на меня. Какие-то части своего тела я могу видеть, но свое лицо видеть я не могу. Если вы хотите увидеть свое лицо, вы подходите к чему? И что вы видите? Но это отражение, это не вы. Это не настоящий вы. Но ваше отражение. Я вижу отражение, и это точная копия реального меня. Это действительная и действующая копия настоящего меня. Поэтому, если я посмотрю на свое отражение, оно покажет мне состояние моего лица в настоящий момент. Здесь у меня прыщик, усы не в порядке, волосы надо расчесать. И что же? Я могу установить контакт с тем, чего не вижу своими глазами, но глядя на отражение, я могу получить направление. Итак, отражение вашего духа. Свой дух физическими глазами вы не увидите. Вы не можете дотронуться до него руками. Но Библия — это зеркало и показывает вам отражение вашего духа. Поэтому чем больше вы смотрите в зеркало Слова Божьего, тем больше оно показывает вам то, что пытается показать вам ваш дух. Вы смотрите в зеркало, и оно показывает вам: «Иди туда, сюда не надо, вот это и это не делай». Глядя в Слово Божье, вы начинаете видеть свой дух. Иногда, глядя в Библию, вы начинаете видеть больше, чем просто слова. Если вы никогда не смотрите в зеркало, вы не будете водимы духом. Так и ваши волосы не будут в порядке, если вы не смотрите в зеркало. А мы пытаемся жить свою жизнь, не задумываясь и ожидая, что вдруг Бог что-то скажет нам, и такое может быть. Но Он хочет, чтобы мы понимали, мы можем видеть образ вещей, когда смотрим в Слово Божье. И тогда Бог покажет вам, что у нас не в порядке. И вот тогда ваша мотивация чтения Слова станет не религиозность. Я не хочу, чтобы вы были религиозными. Я хочу, чтобы у вас были отношения с Иисусом. Вы смотрите в Слово Божье, как человек смотрит в зеркало. Кто из вас смотрелся в зеркало в это утро? Не поднимайте руки. Я и так вижу, что некоторые из вас сегодня в зеркало не смотрелись. Не поднимайте руки. Я просто хотел разбудить вас, так что не обижайтесь. И вы тоже. Делать это надо каждый день, верно? А в это зеркало вы сегодня смотрели? Вы удивитесь, когда узнаете, сколько христиан никогда не смотрят в зеркало Слова Божьего, и при этом удивляются: почему у меня нет прорыва? Почему ничего не происходит? Почему вот это не получается? Надо смотреть в зеркало Слова Божьего, чтобы приводить в порядок то, что не в порядке. Но мы этого не делаем. Говорю вам, Бог хочет вести вас. Контакт с Духом нельзя установить через тело, нельзя установить через ум, но это можно сделать, глядя на отражение в Слове.
Увидеть или почувствовать духовное физическими средствами нельзя. Это можно сделать, лишь глядя в зеркало Слова Божьего. Люди дают разные ответы, для чего необходимо пребывать в Слове. Но я хочу сказать, что пребывая в Нем, вы пребываете в согласии с Духом Божьим, и Он начинает говорить с вами. Это для тех, кто устал жить просто с титулом христианина. Первое время после того, как вы получили титул, вы испытываете радость. Но если от него вам нет никакой пользы, то что толку в этом титуле? Бог хочет приводить вас к истинам в вашей жизни. Аминь. Вам это понятно? Продолжим. Мы знаем, что Бог ведет нас через наш дух, а не душу. Мы духовные существа. У нас есть душа. Живем мы в теле. Бог живет в вашем духе, а не в уме. Он пребывает в вашем духе, а не в уме. Будьте осторожны с тем, что вы слышите в уме. Вы думаете, что слышите Бога, но Он живет в вашем духе, а не в уме. Мы все время ищем какие-то легкие пути. Но я не знаю, как иначе привести в порядок свое лицо без зеркала. Мне необходимо зеркало. Земля в этом смысле мне не поможет. Глядя в землю, я свое лицо не увижу. Правильно? Итак, вы духовное существо. Вы вступаете в контакт с духовным миром посредством своего духа. Со сферой души вы вступаете в контакт посредством своего интеллекта. А с физическим миром вы вступаете в контакт посредством своего тела. С духовным миром вы контактируете через свой дух. Со сферой души — через интеллект, с физическим — через тело. Второе послание Коринфянам 5:17 говорит о том, что ваш дух — это часть вашего существа, которая родилась или рождена свыше. Нам это понятно. Давайте посмотрим, каким образом Бог руководит нами. Как Бог руководит нами? В послании к Римлянам 8:16 мы прочли о том, что Божий Дух свидетельствует нашему духу. Итак, Бог руководит нами посредством внутреннего свидетельства. Внутри вас будет свидетельство. Понятно? В вашем духе будет предостережение, красный или зеленый свет. Вы в своей жизни когда-нибудь говорили: «Мне было слово, что-то сбылось, а вы это знали заранее». Вы говорили: «Мне было слово об этом человеке». «Мне было слово не ходить туда». Моя жена водима Духом Божьим. Однажды был такой случай. Она летела на самолете в Нью-Йорк на одно мероприятие. Дух Божий проговорил к ней. Она пошла к пилоту и сказала ему развернуть самолет назад. Он говорит: «Что? Да, разворачивайте самолет. Мне нельзя там быть». Так и произошло. Пилот развернул самолет и полетел обратно. С вами было такое, что Дух Божий говорил вам: «Не ходи туда», а вы все равно шли? Что произошло с моей женой? Она получила свидетельство в своем духе, предостережение, предчувствие. У вас было предчувствие? Я предчувствовал, что так делать не надо. Я увещеваю вас обращать внимание на эти вещи. До того, как вы родились свыше, вы не могли доверять своим предчувствиям. Но теперь вы рождены свыше, и ваш дух — надежный свидетель. Бывает предостережение в духе. Вы что-то делаете и чувствуете предостережение. Кто-то подходит к вам и говорит: «Эта машина продается за $20», а вы думаете... Вы чувствуете предостережение в своем духе. Что не так с этой машиной, что она стоит $20? Возможно, какой-то богач хочет избавиться от этой машины, но Дух Божий вложил предостережение в ваш дух. Прислушивайтесь к нему, хорошо? Второй путь, которым Бог руководит нами, через внутренний голос. Послушайте, это очень, очень важно. Есть предостережение в вашем духе, внутреннее свидетельство. Дух Божий свидетельствует вашему духу. А теперь о внутреннем голосе. Это наш дух говорит с нами то, что принимает от Духа Божьего. И снова, послание к Римлянам 8:16. Дух Божий свидетельствует духу нашему. Он свидетельствует нашему духу, а не телу. Когда свидетельствует Дух Божий, не будет покалывания где-то в нашем теле. Дух Божий свидетельствует нашему духу, а не телу. Помните, ваши чувства — это голос вашего тела. Рассуждение — это голос вашей души. А ваша совесть — это голос вашего духа.
Ваши чувства — это голос вашего тела. Когда вы что-то чувствуете, это ваше тело говорит с вами. «Мне больно» — это с вами говорит ваше тело. Рассуждение — это голос вашей души. А совесть — это голос вашего духа. Теперь, когда вы рождены свыше, вы можете доверять ей как надежному путеводителю. Ваша совесть. Что она говорит вам сегодня? Я размышлял о том, что происходит, когда моя совесть говорит не то, что я хочу слышать. Когда моя совесть беспокоит меня по какому-то поводу. Разве не удивительно, что бы вы ни делали? Ваша совесть преодолевает ваше мышление, ваши слова. У вас неприятное ощущение внутри. Ваша совесть преодолевает все. Она создает атмосферу вашей жизни. Так было до рождения свыше. И сейчас, когда вы рождены свыше, происходит то же самое. Вы что-то говорите, что-то думаете, а ваша совесть постоянно увещевает вас. Не делай этого. Пойди туда. Пойди в этот магазин сегодня. Пойди в этот магазин. Я не собирался сегодня в магазин. Пойди туда сегодня. Совесть побуждает вас что-то сделать. Ваша совесть — это голос вашего духа. И вам необходимо понимать, что и когда ваша совесть показывает вам. Апостол Павел в 27 главе книги Деяний сказал, «Я вижу». Книга Деяний 27:10. «Я вижу, реальный я». Его дух обладал способностью видеть. И ваш дух обладает способностью видеть. И это не в вашей голове. У вас и в мыслях такого не было. Но в духе я вижу, воспринимаю. Духовное восприятие намного глубже того, что вы знаете. В каких-то обстоятельствах или в присутствии какого-то человека вы видите, воспринимаете что-либо. Хотя явных свидетельств может и не быть. Вы воспринимаете в своем духе. Когда Дух Божий что-то говорит вам, вы можете воспринимать это в своем духе. Когда что-то происходит, вы можете увидеть в своем духе, от Бога это или нет. Вы можете воспринимать это в своем внутреннем человеке. Слава Богу!